Эта трава называется семизоты. Она очень-очень полезная. В ней очень много полезных витаминов. Вот я так приготовила. Это мое вот семизот. И оно мне полежало в уксусной воде. Вся гадость вышла. Для начала нам понадобится вот это вот семизоты и пол чайного стакана турецкого, как мы пьем, мелкого булгура. Но я его, естественно, промыла. Кстати, этот суп я увидела в одной турецкой программе и еще ни разу не готовила, потому что у меня не было инджи булгура и не было семизоты. А сейчас я решила приготовить на ужин вот такой суп. Ну что, начинаем вместе с вами. Поехали! Для начала две дольки чеснока мелко нарезаем и обжариваем в 2 столовых ложках растительного или оливкового масла. Обжарив чеснок в 2 столовых ложках растительного масла, добавляем 1 литр воды и добавляем булгур, уже промытый. Ну, а тем временем мы мелко нарезаем наши семизоты вместе со стеблями. Делаю первый раз, посмотрим, что из этого получится. Как только вода у нас закипела, мы вот так вот снимаем пеночку, если она имеется, и вот так вот у меня порезано, и я опускаю ее в кастрюльку. Пока у нас варится булгур, мы готовим, значит, начинку или зажарку, как по-другому называется. Из чего она состоит? Берем 1 желток, 2 столовые ложки муки, 1 суйме йогурт, оно как сметана, вот так продается, очень вкусная, настоящая сметана, но там написано в рецепте 0,5 литра, может, я неправильно что-то написала. Мы возьмем хотя бы так ложку и перемешиваем все. И затем добавим теплой воды от нашего супа. Добавила жидкость из супа. И вот так вот я перемешала. После того, как булгур и семизоты проварилась, мы нашу смесь перемешиваем, конечно, вот так вот. И вливаем. И быстро перемешиваем. Как закипит, сразу выключаем. Вот так быстро надо его мешать, потому что тут же в состав входит мука, и чтобы оно не образовалось комками. В принципе, оно не образуется уже, мы же с вами его... Не знаю, что за суп вышел. Будем со Шкемом пробовать. И, конечно, попробовать и добавить соль по вкусу. В конце нужно взять столовую ложку масла, красный молотый перец, растопить его. Вот видите, вот оставила я чуть-чуть. Растопить его. И я влила в этот суп. Ну, а для красоты мы сейчас вольем в эту тарелочку. Приятного аппетита всем! Вот такой вкусный супчик у меня получился. Семизоты. Чорба, семизотло, чорба. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.